Куда нажимать, чтобы заговорить? Вот на вот эту. На первую? Да, да, на первую, можете на первую. Алло. Говори. Так, ну, да. Не пойму, кто звонит? Вам что нужно, ты говорите, я слушаю. О, ну слушаю. Ну, хуже Дании у меня никого не было. Нигде не возвращали. Нигде. Не считая Украины, когда... Вы... Ну, не, одну книгу я посылать не буду. Одну книгу это на пакет даже не получается. У вас, может быть, что-то посмотрите, еще что-то нужно будет. По одной мы не посылаем. Это надо идти на почте стоять. Чего ради? Молитвы снимать это надо. Есть, 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 есть. Ладно, ладно, оно есть, есть. Вы найдите, где адрес, и проверьте книги, какие вам нужны. Может, кому-то еще что-то надо будет соединиться. Нам это невыгодно. Ребят, я отсылаю, они на почте стоят там сколько времени. Чего ради одной спички? Все. Все, с Богом, с Богом. Мы уже в деревне. Чтобы отключить, что теперь нужно делать? Вторую. И вот время, на утром проснулся, ничего не видать. У меня до того яркие были цифры. Как мне? Алексей не отремонтировал? Ну, он забрал только, как ремонтировал? Понесет мастерскую. Вчера столько поздравительный было, телефон сгорел. Непрерывно, непрерывно. Сгорел. Сгорел. И все. Есть такие телефоны для слабовидящих, там большие цифры, большие. Не надо, у меня все нормально там было, и трясло, и вибратор, все нормально. Ну, сгорел. Бывает, ну, ничто не вечно под луной. Ну да. Только Господь обучает. Так, а слава Господа вечно. Боже, слава Тебе. Прибуди с нами. Очисти дары, посылаемые Тобою. Словом истины молитвы. Нищий сирот дом, сам напитай, укажи на нуждающихся в нашей помощи. Аллилуйя, аминь. Во славу Божию. Так, не забывайте. Не забывайте. Один на складе. Не на складе. Один надо, два не надо. Давай. Сегодня на лодке. Дайте рука пощупать. Ну ладно, не кричи надо с тобой. Я спрашиваю, что здесь не буду, на дядя Володя меня спрашиваю. Тихо. За стол, вы что же разговариваете? Тихо. Молча. Так, у кого платочка нет, за стол даже не садится. Запомните, я не сказал. Чтобы всегда были платочки, взрослые. Да? Чтобы всегда был платочек. Господи Иисусе Христе, Святый Божий, помилуй нас. Аминь. По славу Божию, до сыта ешьте. Будьте разговаривать, я выведу сейчас. Будьте с вами. Не рассказы о вере. Рассказы хорошие, прямо трогательные. И эти катушки насчитывал, дальше распространял. И вот слушал человека один 80-е годы. Он слушал и дал ему священие, главное, в городе, в котором я никогда не был. Видите, как все это расходится. Вот я это уже не знал, что это человек какой-то там слушает мои записи, пленки, и дал бы на священник, который будет против потом меня и против того человека. Да вот что удивительно тогда, он послужил орудием, как сейчас ракета, отстегнулась и дальше ничего нету.
Ладно, проходит время, этот человек где-то наткнулся на мою книгу. Откуда она, эта книга? И опять же дает ему, кажется, священник. Он стал по книге, ты говоришь, да это вот кто на пленке-то? И это один и тот же человек, похоже, слова те же самые. И он там нашел адрес, телефон, звонит. Разрешите там приехать? Я говорю, зачем? Читай книги. Он раза три просился, я разрешил. Потом он примет крещение, здесь мама. И вот потом нынче приехал, вот вместе скамейки, столы, это он все делал, тот человек. То есть у меня где бы что я ни взял, это все плоды божественного труда. А они, люди, которые сейчас на меня нападали, у них ничего нету. То есть они для себя гнездом своим. А почему нападают? Они долго судили, обсуждали. Вот там матушка не такая. Ну не такая. Что ты сделал, чтобы такая была? Она не такая. А матушка сохранила вот этот дом и вот этот. А то есть вот тот. Она все сохраняла где-то. Занимала деньги, покупала. А потом, ну да, полы сгнили. Тут еще она смотрела. Тут 13 лет не было. А теперь, когда мы все отремонтировали, да, а матушка виновата. Да как бы не матушка-то еще бы и не было. Давайте на разборку увезли бы. За копейку продали. А сейчас определенно. Я приобрел, я хозяин. Один дом подарил, позже, и вот этот, другой. Я не считаю это своими. Потому что у меня ничего нет. Я просто менеджер в этом вопросе. Бог так сделал. И судить там кого-то не знаю зачем. Во-первых, еще это не даст. Да. Какой сегодня богатый день. Ты сейчас распятие тут повешаешь. Я не знаю, Господь, умеешь ты или нет. Это хорошо будет. Сейчас ты мне. Вот когда едите что-то, вспоминайте про еду. Размышляйте все время. Я говорю, а что ты сейчас идешь? Парни два идут, у нас поделили деревенские, да, и один его там толкнул, второй его веточкой хлестнул, вот так балуется. Я поздоровался, скажи, когда вы идете, двое. А что вы сейчас разговариваете? А что мы разговаривали? Вот и оно. А что? Не знаю. Я говорю, вы идете рядом деревья. Почему про деревья ничего не сказали? А что про них говорить? Ну береза, для чего она годна? Перечислять, они не знают еще. Береза, твердое дерево. А оно гоже вот для чего. С него делают то-то и то-то. Искали разные тусики. Березовый сок лечит почки. Настой из березовых почек в марте месяца там наводки насрают. Он там помогает от того-то, от того-то. Я перечисляю, где? Ну, вене, попарится, ворову прогонит. Ничего не знаю. А что же вы шли, не рассуждали, а не знаю. А почему? Нет связанных мыслей. А мне Бог дал такое размышление, вот я смотрю на кошку, вот она высокий, у нее хвост, как когти вот так все время выжимает, ее на руках нельзя держать, она все время кости, когти как делает. Я думаю о кошке, какие породы, смотрю, у меня слагается это в предложение. Бывают такие кошки, а эти у меня породистые, они... Сам думаю, ловят мыши хорошо, у нас хорошие с ней отношения. Рыжа, иди сюда, иди ко мне. Давай, вот так, опа. Вот она и где. Завтра начинается Петров пост. Какое меню завтра делать? Что надо ей? Меню. Меню. А, меню? Пост. Какое? Постное. Меню постное. Я буду помогать делать каждый день. Рвать крапиву, дудоновую. Листья репья, одуванчика, ящавец, капустные листья, свекольные, чеснок, лук тут, который есть. Я-то все мелко режу, там в кастрюле толкушка деревянная толку, пласт. Галина Александровна подаст на стол. Если я перышки давал, то они бывают ребятишки где-то, чтобы в рот не брать. Все, и они это слопают. И уже проходит неделю-полторы, у них на лице румянец будет. И при том ни копейки это не стоит, кроме того, что я знаю пользу от этих трав. Вот в Японии из репья только 6 блюд готовится. 6, а у нас ни одного, 0. Да. Ну еще, Любовь-то какая, вот она. А когти-то впиваются до тела. А, рыжий. Гости к нам. Ну. Роман. Да.
Давай. Давай, кто там заходит? Я дома сниму. С миром принимаю. А что, иконы нет? Иконы нет. Здорово, заходи. Некуда молиться. Кушать будешь? Рады за таким гостям. Не, благодарю, я вот не гостинцы принес. Галя, да, спасибо, я был нерешенный вопрос, куда деть, сейчас суп вырезать. Галя, если вернусь, послушай, Галя, если я вопрос, скажу, мы вам назвали. Ничего не надо. За стол садись, поешь. Я за стола. Уже за стола. Я можно немножко посижу с вами? А у нас еще за столом. Видишь, какие хлопцы у нас? Молодцы. Ну все, пускай подкрепляются завтра работать. У нас все по-другому теперь. Ты видишь, вот это не просто стенка, это что-то. И вот это. Ну-ка, посмотри. Это все Михаил взял, да? Нет, это было. Было? Было. Да. Михаил столы только сделал. Это что ты принес, а где ты взял? Корову дарил. Печенье. Это тоже не надо, потому что у меня. Сегодня все надо слопать, я же не могу скушать. Он сам съесть не может, нам принес. Ну ладно. Тогда к нам нужно приходить. По слову Богу. Спасибо, братик. Хорошо, что ты не старается. Ух ты. Так, ну это слава Богу. Сейчас, сейчас. Я накачаю. Давай на молитву. Прикинься. Мужчины там, брат, по-моему. Господи, слава. Боже всемогущий, благодарим тебя за милости. Утиши тех, кто недоволен нами. В чем погрешили, прости, Господи, мои согрешения, тайные и явные. В уме мыши его не нащи. И благослови этих братьев, которые выказывали недовольство. Научи их быть милосердными и делать то, о чем говорят. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси, Христос. Спаси, Христос. Спаси, Христос. Спаси, Христос. Собаку покормить сделать. Пять подъем, успеешь все сделать. Все, мы за стол, все уходим. Чай, хлеб, печенье. Слушай, а может еще и молоко сделать? Я, например, не пью чай с молоком. Вот, может быть, можно подать чай. Вот, дальше, вот здесь.